Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Чарли Убийца». Якобы здесь про рок-группу начинающую. Ну ладно, ребята, будем смотреть эту трешовую игру. Локальная игра, сетевой режим. Ну давайте, наверное, локальную игру нажмем. Так, выбираем. Берсерк, маг, шаман, танк, месмер. И что теперь? Так, давайте-ка, что-то не понял. Покинуть лобби. Да, давайте покинем. Что-то не то, по-моему, начал. Так, выйти из игры. Сетевой достиг. Нет, ну почему нет? Все нормально. Локальная игра должна быть. Что-то я неправильно здесь делаю. Может быть, просто можно одного выбрать. Давайте я выберу, наверное, Чарли. Так. Шаман. Давайте танка возьмем. Ух ты, он еще у нас и барабанщик при этом. Так, опа, куда-то я упал. Это что такое? Это что за демон? Сразу же причем начинается. Так, тихо. Дьяволы, летите отсюда. Так, значит я могу, ага, я хватать могу. Отлично. Сгорел на работе. Давай, танкуля. Танкуй по-черному. Ты же у меня амбал здоровый. Давай их по всех. О, а почему? Что случилось-то, ребята? Меня же никто даже не тронул. Куда это меня? Куда меня отправляют? Что это за странные звуки? Не пойму я. Опа-на! Меня вернули. Что такое? Почему так подлагивает? Почему такой ложок? О, ну ничего себе тут. Бригада собралась. Ладно. Че, ага, они все ушли. Ага, вот они, звуки-то были. Меня реанимируют. Все, я воскрес. Ну давай, ребята, смотрите-ка, у нас здесь, оказывается, зомби-апокалипсис какой-то. Весь город наполонили зомбари. Ух ты. Я могу, значит, прыгать, бить. И пока все. Да цепись ты от меня. Смотри, что делать, а? Он мне не дает даже встать, ребята. Так дело не пойдет. Иди сюда. Я сказал, иди сюда. Да что такое, да... Да что такое ватный? Ты же танк. В чем проблемы? Так, разобрался, да? На-ка, выкуси. Только головешка отлетела. Панк, ты уже достал меня, а? Вот это уже другой разговор, ребята. Это, оказывается, был супер удар. Так, а это что у нас такое? Схватил за грудки чувачка. И на-ка. Отлично, ребята. Только при чем здесь это было, я так и не понял. Да, я могу что-то тут взять. Ага, руку подобрал. Так. Пока довольно неплохо, ребята. Да идите отсюда. Зажимает меня. Так, еще что-то. Денег. Я подобрал голову и бросил ее. Так, а вот это вот синенькое, которое отмечается, это значит, я могу использовать суперудар. Ясно. Хорош. Зомбарь взял машину, взорвал. Ты что делаешь, Ирод? Тратишь имущество. Да отцепись ты от меня. Что ты не можешь? Толстый. Вот, наконец-то ты ему пробил грудину. Так, сердечко какое-то улыбающееся там лежит. Ну, что-то оно даже не подбирается. Исчезло. Ага, тут, оказывается, ребята, можно все крушить. А столбик можно взять этот знак? Нет? Взял. Ух ты, вот это великолепно. Вау. Тихо, ты что творишь-то, придурок? Зачем машину-то взорвал? В столб. В панике, что ли? Тихо, панкуша. Так, опять зеленый панк. Плюс в маске, еще и к тому же с трубой. На-ка, получил. Тебе не нравится? Блин, я вижу, там молоток лежит, но мне... Он даже не дает ничего. Слушай, ты достал меня в натуре, а? Так, бочка там еще какая-то. Интересно, ее можно взорвать, да? На-ка! Сейчас, по-моему, взорвется, да? Или я помру быстрее, чем она взорвется. Да почему я не могу, блин, даже удар нанести? Меня сразу накумаривает этот панк. Все, сейчас, по-моему, отдуплюсь. Да, начал играть, называется, блин. Даже обычных мобов убить не могу. На-ка, хотя бы так. Сдох. Ну и ты сейчас получишь свое. Вот так вот голова отлетела. На!
Давайте еще разочек возьмем. Вот так, отлично. Давайте еще, наверное, возьмем голову. Получи. Ихние головы бьют довольно неплохо. Это что еще за мелкий хмырь? Что за... Что за хрюкало тут выбежало мне? Ага, еще один квадрат на голову бежит. На, куда ты побежал там? Он куда-то что-то бежит. Ах ты, смотри, что он делает. Он взял покрышку, колесо. На, она тебе не пригодится больше. На-ка, еще один квадрат на голову. Шикарно. Так, тут что-то лежит у нас. Так, тут что-то не могу понять. Ну, я, в общем, все это подобрал. Ну-ка, давайте-ка... Блин, я же хотел в него кинуть. Зачем машину-то разбил? На. Вот так вот. Правда, голова что-то немножко выше летела, чем он стоял. Хорош. Что ты делаешь, толстый? Прыгаешь еще на меня тут. Так, это что такое? Футбольная... Футболка реглан. А это... Дрожжи, футболка. Отлично. Что ты тут свои ручки мне... Слезь нафиг. Точнее, я его скинул. Смотрите, он меня укусил, и у меня кровопотеря была небольшая. Ладно. Блин, я же танк, я должен быть... Тихо! Попрыгунчик тут, а? Куда? Куда он опять бежит? Блин, перелет. Че я сейчас сделал? Зачем ты что-то выпил? Ну да ладно, да куда он все бегает-то, а? На! Только ручки-ножки отлетели. Вот этого я не хотел делать, но я проверял, ребята, кнопочки. Что он ручки-то свои тут растопырил? Обнимульки хочет? Нет, я с тобой не хочу обнимульки делать. Так, сэндвич подобрал. Ага, шикарно. Ну что, ай-яй-яй. Ну ладно, хотя бы жизнь себе восстановили все полностью. Ладно, я смотрю, там лежит молоточек. Можно его взять? Да, но в моих ручищах этот молоточек смотрится довольно нелепо. Но зато бьет неплохо. Так, опять этот зеленый панк. Так, давайте его... Умер, нет? Вот, теперь он точно помер. Ребята, не паникуйте. Пришел танк. Танкуля. Будет тут всех сейчас бомбить. Босс-монстр. Так, босс-монстр. Это, оказывается, ребята, босс у нас тут появился. Давай-ка. Что-то не берет. Хотел ведро это взять. Тихо. Ух ты, ядрить его. А как тебе так? Понравилось, вижу. Я же начинающий там, я не знаю, кто. Танкуля, мурдер, убийца зомбарей. Шикарно. Ну что, подбил я его, да? Подбил. Пойдемте разберемся. Ой, нет, не подбил. Не подбил, ребята, сматываемся, сматываемся. Опять он всю трубу свозил. Он без трубы, походу, дела ватный. Ну-ка, на-ка, выкуси. А теперь-то вроде бы все, да? Ох ты, шикарно, ребята. Это, как говорится, добивочный. Жаркое, космическая игла. Пройдено. Так, я получил наличку, сторонники и 38 убийств. Меня это вполне устраивает. Так, дайте-ка мне вот эту штуку подобрать. Жаркое. Так, а тут что у меня тут показывает? Сумку. Что мне с этой сумкой делать? А это что? Какой-то диск. Компакт-диск я взял. Угу. Так. Ну что же, продолжаем. Продолжаем, ребята, продвигаться вперед. Дайте только машину взорву. Рядом он водила валяется. Ну хорошо, хоть когда он взрывается, мне не наносит никакого урона. Это плюс. Так, а тут-то что? Это кто такой? Это что за недоодин? Что ты тут натворил? Машин-то разбросал сколько, а? Так, давайте взорвем эту машину. Вот так вот. Шикарно. Так, а тут-то что у нас такое? Втаптывание черепа. Так, поднятие тяжести. Поднимайте и швыряйте. Объедините усилия с другом. Поставьте блок своевременно. И сумка 60 предметов. Вместимость. Ну что же, давайте, наверное, изучим с вами поднятие тяжести. Ага, у меня 5 баллов, ребята, есть, я могу их потратить. Давайте на силу. 108, 109, отлично.
и поднятие тяжести. Значит, я теперь и сильный, и могу поднимать тяжести, да? А что... Что мне... Так, что опять тут еще? Ага, тут еще какой-то у меня... Сквид. Сквидпус. Газета. Похоже, вы заполучили один из самых заколдованных предметов одежды. Ваш наряд дает вам особые пассивные способности. Узнать об этом подробнее. Читайте. Огнестойкость не возгорается, если ваш там контрудар. Стойкость к разрядам. Электрическим причем, да? Стойкость к действию кислоты. Ууу, ребята, да здесь будет просто шикандос. Тут, оказывается, наверное, будут не просто зомбари, а еще всякого рода монстры. Друг, возвращение блудных. Вы Феникс. Да, я Феникс. Так, так и будем зваться Фениксом. Так, а как мне, ребята, здесь пройти? Надо бомбить эти машины, наверное, да? По ходу дела, по-моему, бесполезно их бомбить. И перепрыгнуть я их тоже не могу. Печалька. Ну-ка, все, давайте попробуем. Нет, 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 бесполезно. Тут нарисована бомбочка, а вот тут лежат у нас гранаты. Короче, да? Ну-ка, попробуем. О, вот то, что надо, ребята. То, что доктор прописал. Я не взорвусь, надеюсь. Так, отлично. Давайте еще одну возьмем. Все, вроде бы расчищен путь у нас, да? А это что такое? Дрожжи для Эля. Такой музон. Мне нравится. Мне очень нравится стилистика этой игры. Кстати, эта игра от тех же самых программистов, которые сделали игру «Улыбка вампира» из посудомоечной машины. Так. Мелкий будет он мне еще. Он меня кусает, гад. Видите, что? У меня кровопотеря идет. Но небольшая, слава богу, по единичке. Да, кстати, с оружием начинающий рокер. Да, ребята, я начинающий рокер. И я причем при всем этот, хотел сказать, гитарист. Барабанщик. А они, ребята, вы знаете, не из робкого десятка, да отвали ты. Вот так вот. Ух, как я ему хорошо прописал сейчас. Иди сюда, толстый. Опа, нормуль. Слушайте, а если бы я изучил удар... Ох ты, тут стволы лежат. Ну-ка, давайте-ка. Хотел он на меня запрыгнуть, а? Шикарно, ребята. Так, тихо-тихо-тихо. Так. А где патроны отмечены у этого УЗИ? Не вижу, ребята, к сожалению. А может быть, он не бесконечный, а? Это будет вообще шикандос. Так, отдохни там, мелочь. Так, подожди, еще тут парочка лезет. Куда разбежался-то? Вот так. Что, кончилось, что ли? Кончилось, ребята. И опять начинается вот эта песня. На, своей же рукой получил. Ух ты, тут смотрите, у меня лежит винтовка и кувалда. Нет, я лучше побегаю с винтовкой. Так, что здесь у нас за сообщение? Ага, это, походу, дело программисты. И тут их не адреса. E-mail. Но это нам не нужно. Так, Сквидпус, Тургут. Да, единственное, что как-то не очень хорошо все вмещается в этот мобильник. Но, тем не менее. Ладно, ребята, давайте продолжать путь. Здесь прыжок что-то снимает, но он неэффективен. Йоу, бежим! Так что такое? Ага, тут парабрики. Забегаем, и что нас здесь ждет? Бары закрываются? Ух ты, смотрите-ка! Нифига они тут устроились! Иди сюда, ниндзя! Так, я сожрал что-то. На-ка вам! Музыкальную композицию. Как говорится, помирать так с музыкой. Да что такое-то? Смотри, что делают. Эти ниндзя довольно-таки... хитренькие. Но я-то хитрее. Да что такое? Да дайте мне встать, ребята, ну. Да отцепитесь вы в конце концов-то. Даже голову не дают подобрать. А так вот. На-ка. Блин, мне бы дотянуться до ствола. И я бы им устроил бы всем бы. Вот эти панки и ниндзи пока считай... Да хорош тебе дурковать-то. Нате вам суперударом. Как, понравилась музычка моя? Я ж только начинаю, поэтому она для ваших ушей слишком страшная. Так, ну что ты там встал-то, иди сюда. Так, дайте мне автомат этот. Да какого лешего... На,
Вот так вот, это другой разговор, ребята. Так, что здесь у нас? Капюшон убийцы, $106. А у меня-то сколько? А у меня-то всего-то 8.30. Это у меня что такое на смартфоне? Ага, фотокамера. Ясно. $36. Не могу купить. Блин, где я такие деньги-то достану, а? $100, $36. Когда у меня всего-то $8. Так, тут повышает так неплохо. О, вот, вот это уже другой разговор, ребята. Хотя бы не с голым торсом буду бегать. На, сейчас буду всех ножичком тыкать. А, смотрите-ка, ребята, бармен появился у нас здесь. Пиво Хортис, я не могу его взять, потому что мне не хватает денег. Я стоило мне только зомбарей этих всех убить, и сразу появился бармен. Нормальный, причем человеческий. А то, видите ли, тут сидели, да, ниндзя и зомбари за барной стойкой, попивали себе пивасик. Так, а тут что у нас? Так, а у нас тут путешествие какое-то. И вперед мы не можем пройти, потому что у нас забаррикадировано какими-то столами. Все. Что тут такое? Трупаки лежат. Ага, ребята, надо забрать нафиг обратно нож, потому что там они кого-то жрут. Причем это менты. Смотрите, с этими, в костюмах милицейских. Дайте-ка я их сниму. Вот так вот, отлично получилось. И еще. Вот так вот, отлично. Так, а этот что-то даже не среагировал почему-то. Видимо, оглох. Ну что, и где тут у нас путешествие, так сказать? Немножко не понимаю. Путешествие в толчок. Хм, странно. Никуда я здесь не могу ничего сделать. Почему-то. Так, кончились патроны, выбрасываем. Может, гранатой надо взорвать этого хмыря? Нет, не функционирует почему-то. А сюда если? Тоже бесполезно. Так, а в чем тогда прикол здесь? Я не могу понять. Ну это понятно, это почта якобы. Так, подождите, у меня еще 5 очков доступно. Вот, давайте их потратим. Анархия. Анархия, 108 и защита. Я думаю, так будет самое нормальное. Я, правда, не знаю, что это за анархия, что она дает. Но мне кажется, она влияет на силу удара на силу удара от суперудара, вот так скажем. Так, тихо. Ну, я так понимаю, здесь нам абсолютно делать нечего. Ну-ка, давайте туда, может, там проход какой-нибудь есть. Че, она выпала так? Нифига, ну написано заюзайте. Типа гранат. Так, тут тоже бесполезно. Хм. Вот так путешествие, ребята. Ладно. Здесь, по ходу дела нам нечего делать. Давайте выйдем отсюда. И попробуем, если он выйдет. Он выйдет. И здесь у нас столы, и что нам? Ага, ребята, все понятно. Мне нужны те гранаты, чтобы пробить себе путь. Ну почему они назвали путешествие? Наверное, просто хотели написать вход или выход. Или толчок. Но не стали себя утруждать. Причем, смотрите, зомбари опять появились на месте. Так, все, разложил я их по полочкам. Эх, жаль, патроны кончились. Я бы так бы бил и бил бы его бесконечно. И давайте этой гранатой себе расчистим теперь путь. Надеюсь, прокатит же. Так, отбегаем. Вот так. О, все нормально, ребята, продолжаем. Продолжаем с вами путешествие наше. А это что за дверь? Тоже путешествие, да? Ну давайте зайдем сюда, что тут у нас. Так, какие-то мозги лежат. Или что это такое? Непонятное. Ага, это какой-то предмет. Ножик. А это что за аппараты, дайте-ка. А, они не разбиваются. Чего там? Размять? Чего размять-то? Старый солодовый виски. Проросшие зерна. И что вам надо? Ну, проросшие зерна у меня есть, я смотрю. Но почему-то ничего не делается. Размять. Хм. А, подождите, а тут что? Брожение. Брожение. Дрожжи для Эля. Так. Не врублюсь маленько, что-то я. Что это за аппараты и... Как ими пользоваться? Может, эту штуку сюда надо?
похоже же, да? Но почему-то все равно ничего не действует. Микроорганизм какой-то. Хм. Не функционирует она, ребята, почему-то. Так, ладно. А здесь, по ходу дела, все, тоже тупик. И нам некуда отсюда выйти. Нет, не получается, ребят. А, все, понял я, ребята. По ходу дела, у нас не хватает сахара. Вон там три кусочка нарисованы. Получается, что нам нужны дрожжи и сахар. Значит, тут сейчас бесполезно без сахара вообще что-либо делать. Ладно, выкидываем эту дребудень. И пойдем с вами дальше смотреть, что там нас ждет. Юху, разбежался, отлично. Так, а здесь что у нас написано? Достаньте мобилу и сфоткайте RQ-знак. Так, где он тут у нас? Ага, вот он. Ну? Есть предмет. Очки. А где он есть-то? Я в упор его не вижу. Ну, нажал я на сумку, и тут только скиллы. Ребят, если я где-то что-то туплю, вы уж не обессудьте, я только начал в нее играть. Но со временем я в нее обязательно разберусь, и все будет нормально. Так, что здесь у нас такое? Татушки. Татушки? Неужели? Набор острых железок. Нож. Бесплатно. Так. Вау, ребята, круть. Мне сделали татуху бесплатно. А здесь 50 баксов. Прибавка силы. Нехило, да, ребят? Вот это уже что-то новенькое. Кстати, знаете, чем она мне напоминает графически? Еще игру одну. Castle Crusher или как-то там такая она. Где рыцарями там в свое время надо было ходить. Так, ох ты, а здесь-то что у нас такое? Да-да-да-да-да. Оу, мы попали на какой-то... на какую-то рок-вечеринку. Это же вроде люди. Ну да, вроде как люди. Не похожи они на зомбарей. Так, а какого лешего тут ниндзя-то появились? Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. А у меня с жетухами-то очень плохо. Очень плохо. Я думаю, что здесь мне долго не выстоять. Ядрить его. Они, кстати, друг друга могут бить. Неплохо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай, танкуша, Феникс, давай бомби их. Ух ты, молодец, приголубил. Тихо. Ах ты, они ножами. Все, что ли? Отличная игруха, ребята. Ну что же, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментарии. И мы обязательно с вами продолжим прохождение этой замечательной игры. А на этом все. Всем пока и удачи, ребята.